Новый дом обрела уникальная коллекция тропических цветов. Сотни экзотических орхидей теперь будет цвести в Зеландарзе. Такой большой коллекции еще не было не только в Латвии, но и во всех странах Балтии. Орхидеи растут в тропическом климате. Одним больше нравится влажность, другим – жара, а каким-то – солнечный свет. Каждая из них очень индивидуальна, и каждой нужен отдельный подход. Идея дома орхидеи Юрису Вейклису пришла, когда он был на одной из самых больших цветочных бирж мира в Голландии. Когда-то он привез в Латвию первые пальмы, а теперь орхидеи. Выставка открыта сегодняшнего дня. Вход, правда, платный.